Вы можете приобрести картину, написанную специально для вас. Неплохая идея. Хочу брать у вас уроки. Кто тебя направил? Как ты меня нашел? Ты своего хлеба этого не заметил? Нужно быть современнее. Обновить свой стиль. У тебя все? За 10 лет я не продал ни одной твоей чертовой картины. Ты должен мне кучу денег, и как ты будешь расплачиваться? Простите. Конечно, вложения возрастут, но... Но это совсем другое дело. А кто художник? Сегодня ваш счастливый день, сеньора. Пришел сам автор. Ренцо Нерви? Больше никого нет для такого заказа. Ну, даже не знаю. Помоложе, менее проблемного. Для сведения, не приносите счет. Я его не оплачу. Ренцо Нерви, я вас представлю. Скажем, более цивилизованного. Ренцо? Ну, пока, пока. Ну вот, очень стильно. Искусство творят потому, что ничего другого делать больше не умеют. Это как инвалидность. Но вы же художник. Я идеальный пример того, о чем я говорил. Я делаю абсолютно бесполезные вещи, которые уже никого не привлекают. Да, отлично. Очень хорошо. Ты классно работаешь под давлением. В этом смысле ты нормальный человек. Мерзкий старик. Лучше бы я умер. Да, это было бы идеально. Ничего бы тебя не волновало. Матерь Божья.